Так, алло. Чё, начинать нахуй? Начинать надо, да? Ну что, здравствуйте, всех приветствую. Шо? Шо? Да не шо. В общем-то, мы решили попробовать снять с кольцо фортуны в CSGO. Посмотреть, что это такое. Так, поверхностно написали какие-то правила, что-то придумали. Вроде бы получилось прикольно. Типа придумали какие-то правила, какие-то дисциплины даже есть. Довольно-таки прикольненькие. Вот, посмотрим, как что получится, зайдет, вам не зайдет. И в принципе-то. В принципе-то посмотрим. Можем что-то исправим, может, в будущем чуть-чуть, да, попозже. Может быть, что-то добавим и уберем и тому подобное. Пока что будет так. Саша, поудобнее. При этом тикток уж прямо начать пить, кофе пить или пить воды. Надевайте бледи, кусаж поудобнее. При этом просмотр, а мы начинаем. Итак, за кадром я объясню правила. В общем-то, они простые. Мы заходим в колесо фортуны, крутим ее. Выбиваем три оружия. Вот. И пытаемся угадать. В общем-то, давайте быстренько пробежимся. Если угадываешь оружие при помощи трех вопросов, 3 балла. Если при помощи подсказки, 1 балл дается тебе, в принципе. Если не угадываешь, то 0. Ну, в принципе, логично. Вот. Про дисциплины будет там 3 дисциплины или 4, вроде 5, я не помню точно. 3 вроде дисциплины будет, да. 3 дисциплины. Вот. И если выиграешь одну дисциплину, 2 балла тебе дается. Если проигрываешь, 0. Логично. В случае, если получится ничья, ну, как минимум, да, там в финале, там, да, предфинале, если у нас, например, будет там 2-2, мы идем дополнительно, крутим одно колесо фортуны, выбиваем оружие, и при помощи него, ну, там, тоже при помощи колеса фортуны или при помощи Алисы, выбираем дисциплину и идем как раз-таки там сражаться за победу. Счет победы будете видеть на экране, то есть и среди дисциплин, и, в принципе, после, ну, в конце серии, да, у кого, типа, кто выиграл, кто нет в этой серии, вот. Вот, в принципе, так. Планирую разделить этот сезон на полгода. Посмотрим, зайдет вам, не зайдет. Говорю, пишите в комментариях, что исправить, что добавить, по вашему мнению, нужно бы. Прислушаюсь, добавлю что-то, исправлю, что-то уберу, наоборот. Было бы интересно. В финале вы узнаете, сколько будет дисциплин, я как раз скажу об этом, но сразу вас предупрежу, что в финале может быть и ничья. Как минимум, если ничья, то каждому по 1 баллу получается в победу. И это интересно, интересно, интересно. Немного расскажу о том, как это все работает. В общем-то, смотрите, в этой серии мы попробовали чуть по-другому. Мы угадывали оружие и говорили же, какое оружие. Ну, если не угадал, вот, говоришь нет, и тебе говорят, какое оружие. Но, в принципе, мы попрактикуем в следующей серии с вами такую тему. Это оружие, которое выпало. Вот, мы не будем говорить до тех пор, пока не войдем там, ну, на дисциплину. Вот. В принципе, как-то так. Как-то так. Оружие мы выбираем сами, для какой дисциплины лучше всего подойдет. Ну, вы все это все увидите, да, сейчас. Вот, на своих экранах. Карты дисциплины будем выбирать тоже очень. Ну, там увидите, но я заранее скажу. Дисциплину выбираем так. Первую я, либо, ну, оппонент выбирает. То бишь друг, да, друг. Вот, также вторую, либо я, либо он выбирает. И третью выбирает либо Колесо Фортуны, либо Алиса. Как-то так. В принципе, правила очень простые. Очень простые и незаурядные. Приятного просмотра. Ну, в общем-то, за кадром все правила есть. Правильно? Все есть. Все уже объяснил я все хорошо. А что ты хочешь? Так вот видосы снимать. Собственно, что? Крутим рулеточку, нахуй, нашу любименькую. Правильно? Конечно, конечно. Уже прокрутил? Собственно, я тоже начинаю, нахуй. Ну, давай, бать, погнали, нахуй. А ты там только помечай себе, какое оружие, куда, когда. Да. Пиздец, не знаю. Блять, что за хуй? Сразу Ебать, убираться надо, залупа. да? Не, ну Блять. я не знаю там. Ну мне, блять, все хуй знает. Смотри, какие дисциплины будут. Я не знаю, просто Блять. предположил. Бля. Ты Здоровски. ебан. Ну, собственно, последнее Бля. оружие у меня сейчас. Блять, ну. Это.
Желательно, конечно, да. В общем, я себе записываю, какие у меня оружия. Ты смотри. Да, три дисциплины у нас будет. Так. Так. Блядь, это пиздец. Собственно, дисциплин, да, выбираем теперь. Ты записал уже? Оружие. Алло. Все, пропал. Как жалко. Пиздец. Алло. О. Собственно, у нас сколько? 5 дисциплин? Это инкарта, паркур, нахуй, да? Блять, прятки ебаные, ДМ, бой насмерть, нахуй. И, блять, такой как вариант, пока может быть черновичный, блять, это нахуй напарники, ну, катка в напарниках, по факту. Алло. Да, я слышу. Собственно, кто первый выбирает? Кто вы первый выбирает? Решит Алиса? Давай, Алиса. Алиса, нахуй, давай, нахуй. Let's go, блядь. Здравствуй, блядь, Алиса. Так, сейчас я нахуй на максимум сделаю. Ты какая цифра, 1 или 2? Блядь, да-да-да. Я сказать должен какая цифра? Ну ты скажи, ты будешь под номер 1 или под номер 2? Вы решаете? Да, она решит просто, какую цифру выберет, 1 или 2? 1. Ты 1, значит я 2, ладно. Выбери число от 1 до 2. Число 2. Ну, ебать, я выбираю. Первый. Так, собственно, я выбираю, да? Угу. Ну, я выбираю им карту. Ты что? Ну, так что? Даем карту с ботами? Да-да, с ботами, там по 5 ботов будет у каждого, типа на каждой стороне. И кто больше набьет, типа, очков с выбранным оружием. ДМ? Да. Так, им карта, ДМ, и выбирает бот, получается, да? Алиса, да, нахуй. Блять, еще у нас паркур остался, да, в прятки. Ну, что, 1 до 3, Алиса выберет нахуй. Или нет? Бля, выбери нахуй цифру от 1 до 3. Число 1. Ну ебать. Это паркур, нахуй. Ну я тоже нахуй. Ты ж меня там оружие ебанешь какие. Нет, там пизда. Там пизда. Собственно, чё, кто первый угадает, ты или я? Давай. Я? Да. Ну давай. Первый что? Вопросы там вроде тебе скинул. Нет, нет. Что мы будем сейчас играть первый? Первое. Давай выберем что. Давай Аимку или БДМ. Паркурчик там между, типа, между Аимкой и ДМ пусть будет на расслабоне, чтобы пройти его. Что, оружие готово? Да, да, да? Готово. Собственно. Собственно, блять, я даже, ну хорошо, это средняя дистанция? Алло. Нет. Нет, не на среднюю дистанцию, значит, да? Хорошо. Не на среднюю, блять. Патронов больше 30? Нет. Нет, да? Я не помню. Блять. Нет. Ну, я не помню, честно, не знаю. Как-то можно посмотреть. Да, ты можешь, ну, погуглить, хуй знает. Да. Может, сразу стоимость посмотреть. Типа, она стоит больше, типа, $3000. Вопрос был меньше. Больше $3000. Нет. Нет, не больше $3000. То есть, а патронов меньше 30, да? Да. Блядь. Меньше 30 патронов? Да. Ну да, подсказку любую, нахуй, с этим оружием связан, нахуй. Ну,
по-моему, это оружие, но как будто оно похоже, как будто это два оружия в одном по своим визуальным составляющим. Как будто его хотели скрестить и получить. Ебать, ты подсказку дал охуенную. Ну ладно, давай сейчас я перефразирую. Это оружие, таких оружий всего два в игре. Они очень между собой чем-то похожи визуально. Вот. И само по себе это оружие похоже, как будто это одно оружие, но его пытались модифицировать и добавить, ну, и сделать из него как будто что-то другое. Поэтому осталось то, что есть. Блять. Ну это пизда, нахуй. Таких два оружия? Ну да, прям похожи между собой визуально. Бля. Между собой визуально? Давай, это будут только две подсказки считаются, или как одна? Одна подсказка. Ну все. Блин, ну просто понимаешь, если я угадываю, один балл только. Ну ладно, пусть это будет этот нахуй. ССГ. Нет. И что это было? ССГ. Охуенно, блять, спасибо. Ну, в смысле, это как два в одном. Хотел сделать пулемет, наверное. Охуенно. Я понял. Так, у нас Саим, да, первый? Так, ну хорошо, давай, твоя очередь, ебать. Чего ты взял, что это ССГ, если она стоит больше? Ну, не знаю, вообще подумал, блядь, про 1700 стоит она. Ну, похуй, блядь, ну да, 0 баллов, 0 нахуй, и все, блядь, ну что поделаешь. Хорошо, это дистанция ближняя, средняя, дальняя. Ну, блядь, охуенно. Давай... Такое у меня оружие охуенное прям. Средняя дистанция. Ну, средняя? Ну да. А, в ней больше 30 баксов? Нет. Оно стоит больше 1000. Больше 1000? Нет, да. Нет. Ага. Это на среднюю дистанцию, оно стоит не больше 1000. И ну смотри, ты можешь дать подсказку, блядь. Хотя это может быть, блядь, но по такой логике это может быть и блять, это тайзер, блять. Хотя, ну чего, блять, считай оружие, блять, в принципе, на среднюю дистанцию, ну ближнюю скорее. Я думаю, что он скорее был задуман на такую среднюю ближнюю. Ну больше на ближнюю, наверное, он с ближней нормально. Да, ну скорее да. Ну так что. Ну, блядь, ну ты гандон, это пистолет, ну какой я ебуш. Видишь, там не больше 30. Блин, надо бы там меньше 30, вот там блядь смог понять, что это. Чё, блядь? 7? Ещё раз. 5-7. Ну нет. Кто это был? Так Найн. Блять, ну сука рядом. Да. В общем-то, ребята, здесь звук у меня прервался, к сожалению. Не знаю, какого хера у меня опять не записался, блять, звук, как на еще одной игре, которую я записал, она хуй снялась. Блять, ну, в общем-то, тут послушать моего соперника в данном случае, да. Вот, очень хорошего друга. Лучшего, скажем так. Вот, послушайте, о чем будут говорить. В общем, скажу сразу, я там вроде что-то так выиграл, какое-то что-то где-то угадал в
Вот, но по итогу... По итогу... Я проиграл. То есть, меня выиграли, и я проиграл. К сожалению. К сожалению, проиграл. Поэтому просто насладись контентом, и все. Да, без, блядь, как сказать... Из моих разговоров, но... Приятного просмотра, в общем. Я исправлю все это в следующей серии. Просто не хочется сейчас теперь записывать. Просто из серии реально очень прикольно получилось. Вот. Как-то так. Приятного просмотра. Без брони вообще. Ладно. Да, ЦЗшка прям бабу. Вот у меня патрон уже кончился, у меня всего две обоймы, блядь. Нет, слышишь? А вот она. Так я 20 секунд проходит уже все. Ну либо делать мне такое ограничение. Да, давай лучше честнее буду делать ограничение. Ну типа получается вот все я играю с этой. Нет, смотри, если меня подойдут, не будут там пускать меня к себе, правильно? Не, надо, может, какую-то команду, чтобы не каждый раз не вступать. Да. Ну, типа гиз, да. Ну, блядь, ну, сука. Хуй так, блядь. Не пиздец, брат. Ну это единственное преимущество за счет того, что не столько мало патронов, но удобненький урон. Все равно тяжело. Да мне только стэк. Я только стэком играю, брат. Прикол в том, что у меня есть те оружия, которые вот, но это еще было самое плюс-минус, которое я мог бы взять на импут. Типа, если я возьму с ботами, то... Ну, у меня там такое оружие, что там у него... Не, стой, не закупил. Валяет и все. Так, стой, да, я возьму другую. Я взял другую.
ЦЗшки всегда был такой прикол, но это вот слишком... Сейчас, подожди. Но это всегда было... Да. Ну, то есть... Ну, я потею, брат. Да, я жду. Давай, 5-6 секунд, чтобы вот закупаться, если ты умер. Ну да, и что? Вот, пойму, у тебя и преимущество поэтому. Так, стой. Ну, блядь, сколько смысла я должен был тебе? Ну, СС-шка, она вообще какая-то непонятная. Но она, вы смотрите, когда у нее просто урон 90-80, я тебя прям чищу, но это ей обидно, типа, по ей очень. Да, вот так. Вот. Ну вот так я тебя перестреляю, например. Не, да, так у меня шансов не было. Коробка, блядь, потому что у меня мало патронов. Ну да, не все, да. Не все, гандон, ему. Что за хуйня, почему надо брать вот 8 кг, блядь, 11? Этот монитор сейчас упрет. Если только так и стреляю, так что... Ну, вот так, ладно. Ну, блядь, ну, одну пулю 20 нанес, ну что за бред, как она работает? Ну это нормально очень. Уметь. Ну и вот так вот зажим, вот так, знаешь, и прям надо прям реально по одной патрон стоит. Ну да, ну и на и вот я вот пробую зажать, ну так чуть-чуть так. Ладно. Ну, я прям пол союз на жму попал, вообще не попадает. Ну, да, пиздец, ебал и все, и ничего. Ну, на то, что вот сейчас играть один на один, да, я бы, по крайней мере, я не думаю, что я возьму свой парень. Ну, бля, ну в смысле? Ну это хуйня, ну что я не убил, блядь? Больше 30 патронов. Больше 30 патронов. А, есть прицел. Тут больше тысячи. И все эмки, это все винтовки 100%. 100% винтовки, потому что все остальное меньше 30, ну или около. Я бы так не крутил. А, то есть
Нет, стоп, я сказал как? Больше 30, а у меня. Значит, блядь. А я сказал, стоит больше 1000, ты сказал нет. Блядь, ну скорее дробовики. А, меньше, ну скорее всего дробовики. Так. А давай вот все-таки, мне кажется, не четно ничего, а буквы есть или нет, мне кажется, это будет. Есть буква? Ой, цифра, блядь, буква нас. Да. Я думаю, это скорострельный дробовик вот этот. Да. После нового идет. Смотри, как называется. Да. Здесь вы можете заметить, как он угадал, и я такой, блядь, ну понятно, нахуй, ну понятно. Мы так просто тестом решили посмотреть, что да как, вот, поэтому, да, в этой следующей серии будет уже корректно исправлено, и вот. Местами, может, будут комментировать, что да как. Вот, сейчас я угадываю, кстати. Сейчас я угадываю оружие, и, собственно, вроде как его не угадаю. Не угадаю. Вот. Ну, собственно, здесь вы можете заметить, как я спрашиваю примерно те же вопросы, и вот, типа, патроны, стоимость и тому подобное. Это СКАР только для, за этих, для террористов. Собственно, по стоит тем же счет 1-1, и мы перемещаемся плавно в дисциплину. И это у нас ДМ. Вот, в итоге мы решили зайти за одну команду и посмотреть, кто больше набьет очков. То есть там же есть очки, правильно? Но кто больше набьет, тот и выиграл, получается. Приятного просмотра. Ну хуй знает. Или убийство. Чего, блядь? Блин, ну мне сколько? Надо прицелиться. Да, ровно не там, короче. Не знаю. Блять, откуда он появляется? Нахуй, вместе. Нахуй, вместе. Кстати, нормально так они приехали выходят.
Я оттуда уйду. Да? Там 8 с нами на коце. Там стил, знаешь, типа. Наоборот, это больше все считаю. Просто вот, короче, как уходит. Ну, сука, ну. Но у меня проблема в том, что я не... Мне... Собственно, здесь мы просто бегаем, как и заметили, да, вот стреляемся, стреляемся с ботами в игре, но в самом конце будет просто жесть, что произошло. Пока что я лидирую, да, и я буду до конца лидировать, вообще до конца, у моего оппонента, скажем, у моего, блядь, соперника, нахуй, в данной дисциплине, короче, бомбанул, он уже отчаялся, сказал, блядь, да все, ты выиграл, получается, но, блядь, в конце это просто пизда. В конце просто будет просто... Ну, я тогда просто в шоке лежал, как говорю, что не записался, ну, звук микрофона. Я просто был в шоке. Я думаю, вы тоже будете в шоке. Как можно было так перевернуть просто исход всего, я не знаю, ребят, честно. Но посмотрите до конца, увидите, что да как. Может, даже сейчас ближе к концу уже все сделал. Мы тут просто будем бегать, ботов с ботами стреляться, и все, в принципе, напряжение дальше 4 минут вот этих. Так что приятного вам просмотра еще раз. Это где по-моему? Блин, ну ничего, я только бота. Если ты убиваешь, я полчаса ищу по бота. Бля, 200, 300 здесь, да, я уже не догоню, блядь. Ты появляешься рядом со мной, ты их убиваешь. Итак, ребят, вот он конец, о котором я вам говорил. Осталось всего 20 секунд, и вы увидите то, что я говорю, я до сих пор в шоке, и, блин, как вообще, как? Вот напишите в комментариях, как такое было возможно. Да. Бля, нет, я первый, да! Да, интересно, знаешь, еще у меня была тактика, знаешь какая так? Я курицу убивал, это плюс балл.
Ну, на этом моменте можем понять, что я уже проиграл. Но, блядь, в одно очко. Одно, понимаете? Одно очко, просто разница. Одно. Это просто, ну, я в шоке. Как? Как, блядь, как? В общем, да уж, я в шоке. Напишите в комментариях ваше мнение. Я просто в шоке. И, кстати, почему, скажете, было 1-2? Потому что там была использована подсказка при помощи дробовика, когда он угадал. Вот. Вот, в общем-то, здесь мы решили пойти сгонять напарники. Просто по фану поиграть. В итоге 1-0. Я проиграл в данной серии. Победа у меня на победу, у моего друга одна победа. Поэтому поддерживайте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо вам за просмотр. Телеграм-канал есть в описании, там уведомления просто. Без рекламы, все просто уведомления о видео, когда они выходят и тому подобное. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, еще раз твоя поддержка мне. Спасибо за заранее, кто это сделал. В принципе, все. Оставлю вам кусочек этой катки, пока не наговорю. И, в принципе, все. Увидимся в следующих сериях или играх. Давайте. Пишите комментарии, кстати, как вам. Мне понравилось. Очень сильно, и не только мне. Надеюсь, вам тоже. Все, давайте. Увидимся в следующих сериях или играх.